И для команды «Восход» из Большечерниговского района, и для команды «Сызрань-2003» победа в Кубке Самарской области стала бы важным событием. Сызранцы выигрывали этот трофей один раз 12 лет назад. А вот сельских команд в финале турнира не было и того больше – 20 лет. При этом путь у «Восхода» до решающей игры был очень непростым. Они играли единственный матч четвертьфинала и обыграли 2-0 с «Шор номер 2» из Октябрьска, а в полуфинале оказались сильнее фаворитов турнира – «Нефтяника» и «Отрадного», переиграв их в серии пенальти. Действительно, все команды могут в себя поверить, потому что Черниговка заняла 6-е место в своем соревновании, но при этом по ходу Кубка обыграла и чемпиона области, и вице-чемпиона области, что, на мой взгляд, показывает о высоком уровне сельского футбола. Финальный матч проводили на стадионе «Металлург». Игроки «Сызрани» на правах фаворита матча чаще владели мячом, но атаки получались безрезультатными. Большечерниговцы же старались отвечать, убегая в контратаке. Но все же преимуществом владели игроки «Сызрани», которые дважды попали в перекладину. Однако забить они так и не смогли. Мы играли с уже, как бы, можно сказать, с профессионалами. Команда «Сызрани-2003» играла в профессиональной лиге. И обыграть их в финале Кубка области, это как Лига чемпионов почти для нас. Дело дошло до серии пенальти. Вратарь «Восхода» взял первый удар соперника. Теперь его партнерам нужно было ни разу не промахнуться за 5 ударов. С этой задачей они справились. Итог 5-3, победа команды из Большечерниговского района. Чувствовал, что должен отбить один, а там будет видно. Как раз вот на первом именно получилось. Ну, как-то почувствовал, что именно туда вот капитан команды «Сызрань» будет бить. Получилось как-то угадать и отбить. Медали и кубки командам, а также награды лучшим игрокам матча и турнира вручали легенды самарского футбола и Сергей Горлукович, олимпийский чемпион 1988 года и 4-кратный чемпион России. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.